Их день расписан буквально по минутам. Этих ребят не увидишь праздно шатающимися по улицам или часами сидящими за компьютерными играми. После школы они спешат на тренировки в их второй дом под названием «Звездный вальс». Для меня танцы это стал как образ жизни, потому что я хочу сделать из себя чемпиона и стать усерднее тренируюсь. Мы привыкли с самого детства, мы живем в таком бешеном ритме жизни. Уже, лично я занимаюсь 11 лет в этом клубе, и я привыкла совмещать и репетиторов, и школу, и танцы. Это доставляет мне большое удовольствие. Это и есть их секрет успеха, признаются ребята, которые на днях стали чемпионами и вице-чемпионами России по танцевальному спорту. Подготовка вся у нас началась с 3 утра, так скажем. Мы в 4 утра все встретились, то есть 3 утра мы встали, в 4 мы сели все вместе в автобус, в 5 мы уже были на месте, у нас началась активная подготовка у девочек, у всех автозагары, макияжи, прически, у мальчиков тоже наносили тон, прически. Кого красили, тот тренировался, кто тренировался, того причесывали. На первенство отправились две команды «Звездного вальса». Старшим предстояло сразиться с командой из Перми, неоднократными победителями и основателями «Формейшн» – командного направления в спортивных танцах. У младших соперниками стали коллективы из Тюмени и Ноябрьска. Тоже далеко не новички. И все же видновчане показали отличные результаты. Было такое непонятное чувство, мы были очень рады и... потому что соперники были очень сильные. Установка была немножко такая разноплановая, им было очень сложно, но они молодцы. Потому что там можно, сдвинутый размер, синкопированные какие-то акценты, они молодцы. Путь к победе был относительно недолгий. 5 ноября сформировали две команды и начались репетиции. 12 января ребята уже стали чемпионами Москвы. И вот в конце марта подтвердили статус чемпионов уже на уровне страны. Время у нас было, мы улучшили, что-то поменяли, отработали и так далее. У старших тоже чуть поменяли музыку, то есть основа все равно тоже, но, конечно, у нас было время подготовиться поактивнее, потому что это уровень уже другой, коллективы другие. У каждой команды участницы фестиваля свой талисман. Есть он и у «Звездного вальса». Как бы так сразу придумали, что у нас есть большая звезда, и вот оттуда такие маленькие звездочки. С ребятами занималась целая команда специалистов, тренеры, постановщики, хореографы. Кстати, именно хореограф закладывает фундамент, занимается растяжкой, осанкой, пластичностью. Ведет работу на полу, которую потом тренеры и постановщики закончат на паркете. Они приходят со сколиозами все. Каждый второй ребенок сколиоз плюс парта. Это все эти лордозы, это седлообразная поясница. То есть мы вот тут еще и как доктора. Мы исправляем все эти нюансы, и ребенок крепнет в здоровье физически. И плюс еще красота, и несем красоту в массу. 5-летняя Айша Алиева только делает первые шаги в спортивных танцах, но уже настолько увлеклась, что готова заниматься хоть каждый день плечом к плечу с чемпионами. Проходили все, просто для души, для удовольствия, походить только на групповые какие-то занятия. То есть она так втянулась, что теперь у нас какие-то свои даже амбиции есть. У Айши еще все впереди, а уже действующие чемпионы готовятся к 10-му юбилейному открытому первенству Ленинского района по спортивным бальным танцам, которое пройдет во Дворце спорта 19 мая. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.